Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем Ниву, а может сегодня и заканчиваем. Ну, точнее, я заканчиваю сегодня и на этой серии, потому что все в один день у меня. А может быть и нет. А я могу кристальчики так мочить? Могу, но не очень эффективно, да? Асисы, ребузы. Ну, типа много, но недостаточно. Ладно, давай, кто здесь у нас? А, его друг. Это его друг. Это Мицунари. А нет, даже не думаю. Ну ты тварина, конечно же. А кристалл, кстати, восстанавливает. Нет, а ветер, против ветра что-то другое надо. Молния не работает. Нам надо что-то другое против ветра. Да зачем ты еще одну сожрал? Да не, да не то так. А, земли у меня нет. Ну давай огонь бахнем, попробуем. Типа так. Давай вот так вот его. Туда его. Тихо. Ну, я, в принципе, так и планирую. Главное вынести эти гребаные кристаллы, чтобы они мне просто не мешались помочить этих гадов. Главное вот так вот. Этот, в принципе, не сложен, он не летает, не прыгает, ничего такого у него нету. Так, туда его. Ага, больно, больно, понял. Так, тихо, вот сюда вот его, да? Ладно, не страшно. А, не летает. Он на тебя напрыгивает, типа, что дает тройной дамаг, и поэтому ты издыхаешь. А, да вон там кадамчик сразу за ним. А, я понял, я понял, я понял. Так. Надо как-то от его атак уворачиваться. Блин, я не сожрал ничего. Так, ага. А там столько урона не было, чтобы я сдох. Ты чё, охренел? А я думал, тот противный. А на самом деле, вот этот ещё противнее. Ну, серьезно? Ты чё, издеваешься надо мной сейчас? Так, ладно. Ну, у меня много всего, поэтому чем бы нет. Так. Водичка. Так, самый низ. Вот это туда. Вот это туда. Это сюда. Это тоже вот сюда. И поехали. Так, на Мицунари. Получаешь молнии, да? Хорошо. Так, на, туда тебе. На всякий случай, так, на. Туда же. А я в блоке как бы стою, не? Получил.
нравится. Так, тихо, вот это вот на тебе туда. О, ты готов. Крушитель Исиды Мицунари. Так, это мы идем сюда. Теперь прокачиваем уровень, естественно. Так, повысить. Магия, давай. Так, мне надо... А, титулы мне надо, наверное, уже. Нет, все. Мне не дали еще ни одного это. Обидно, обидно. Так, изучение навыков. Так, у меня 6. Поехали. Так, что я тут хотел? Вот это я сделал. Так, а талисман богатства. Ну, давайте потратим просто, чтобы было. Здесь у нас есть 3. А, нет, подожди, у нас здесь 0. У нас наоборот. Да, блин, не скачи так резко. Так, тихо. Катанка. О, не катанка это. Серегамка наша. Так, у нас 2. Давай на катану. Что-то начнем. Типа, раз у него вот катана есть, пускай будет. Может, буду просто поигрывать. Так, ради интереса. С другой стороны. С другой стороны, так с другой стороны. Типа, как это, ну, тоже достаточно сложная локация. Ага. Ну ты пшёл вон. Просто мразь. А, ну ты поорал, конечно же, да. Ну ты давай помедленнее будешь у нас. Ну, но он же медленный, успокойся. Ага. Удачи. Попрыгушка грёбаная. Но он не бьет, он отступает. Он вечно отступает. Это раздражительно все действует. Госпожа тетя. Зачем? Тетя. Так, ты один? Я же обычная туфта, которая не доставит мне проблем. А, ну да, мне доставят проблемы. Нажатие кнопок не туда. Так, на секундочку его замедлили хотя бы. А, ну да. Живем. Ой, хорошо. А, я ему руки сломал. Это руки ломаются. Я с первого раза увидел. Я ничего не слышу, ничего не вижу. Что ждет меня? Да, ждет печальная смерть. А вот мне нравится. А, у меня уже все эти кончились. Ты серьезно сейчас? Ну, а ты на полном серьезе, да? И ты хочешь сказать, я пойду к боссу без своего супероружия? А, ну мы можем вон... Кто хо сделал? Кадамчик еще суется. Подожди, где-то здесь кадамчик, да? Нет, где-то наверху. Ну да, босс будет, естественно. Только не гер... А, да ты кто? А, это этот, который... Да ты, наверное, не сложный вообще. Похоже, ты хочешь осквернить мой первый бой? Чужеземец. Тоитоми Хидзэйо. А, он у меня уже... Здравствуйте, закрытое пространство, херанство и все прочее. Замечательно. Обожаю, когда так делает игра. А вот эти вот маленькие пространства и камера у тебя хер знает где. Вообще прекрасно все. Так, духа я забрал. Дух заряжен, на всякий случай.
Мне бы сейчас вот эти вот невидимки и все прочее. Так, а давай. Давай, короче, сделаем бегущий тигр. Подмены сразу заюзаем. И недотроги на всякий случай. Побежал, побежал, побежал. Ага, ага. Убежал. Не туда. Не туда, не туда. Надо было просто дальше бежать. Просто дальше бежать. Вот сюда наверх. А я бы... А я забыл. Сюда наверх просто. Ну, поехали. Здорово. Ну, вот я ненавижу вот этих вот отступающих, блин, балбесов. На, типа, туда тебя, на, типа, сразу туда, если чё. На, тебе сразу еще один, чтобы на всякий случай. А, ну спасибо. Пойди сюда, дружочек. Типа, что с тобой там? А, гениально, так. На. Ага, я понял. Я понял, я понял. На тебе от брони. На тебе еще ленность. Теперь он демон, да? Шикарно. А, зашибись, я... А, я взорвался, да нет. Нормально. Идиотские боссы какие-то, вот прям. Которые никак не... Типа, их спокойно не убьешь. Тебе нервы будут подниматься и подниматься от этого пока. Потраченный дух, ну это прям вообще плохо. Я думал, что я его замочу в тот момент. Давай еще тигра раз на месте сразу. Так, давай. Ага. Так, духа, ага. Так, туда его. Вот он отступает, это прям раздражает. Так, он быстрый стал. Ага, спасибо. Как он успел, блин, вот это вот прям раздражает. Бесит, падла. Смена оружия у него предмета произошла. Хорошо. Туда его. И продолжаем. И продолжаем. 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 Нет. Нет. Ну ты тварь грёбаная. Ну серьезно, я отошел, чтобы не сдохнуть. Так, ну ладно, с меня молния хотя бы спала. Ну нихера ты. Так, ленность обратно ему. Ага. Так, ленности нету. Серьезно? Тогда вот так. Ой, хорош. Прям вот так вот. Любите вы с Нобунагой вот эти вот все закрытые помещения, блядь. Я полноправный наследник этих земель. Я надеюсь, он просто взорвется.
Спасибо. Я бы не хотел с ним драться. Да у него уже, в принципе, режим демона был. Какая нахрен разница? Чё такой грязный, кстати? Ну, ты же не злой. Ты же... Санаду грохнули? Нет? Да? Санаду убили? Серьезно? Кто? Забавно. Ты, полагаю, мастер Саска? Господин Якимура не станет человеком, предавшим своего господина. Он должен умереть, как проживший жизнь с честью самурай. Не понял прикола, конечно, ну да ладно. Ну типа выхода с миссии еще не было. То есть эта миссия прям не закончена. Ну хотя может сейчас... Да фиг его знает, что будет. Санада Якимура! Величайший воин страны. Так, господина Хидеори собрали из камней духов. Я должен предупредить Ядагиме. То есть, госпожу Тятя. Не составишь ли мне компанию? А, теперь ты мне второго духа даешь, да? Сейчас? Какой-то бред. Когда мой отчим, Отати Йосицугу, упал в битве при Сагигахаре, я понял, что мне судьбою начертано жить и умереть во имя чести. Нам не достичь мира без войн, о котором когда-то мечтала госпожа Тятя. Если мы отринем путь человечности и будем использовать камни духов, я оставлю госпожу Тятя, пусть даже ценой собственной жизни. А, остановлю. Это честь, ради которой я живу. Идем же. Там будет и Мария. А, что, мы 2-2 будем, да? А, Дзяномёте. Ух, сколько с него полупадало всего. Так, это я открываю, да? Сила воли Якимуры — ключ к искоренению зла. Он должен выжить. Так, это я все сломаю, да? А, так, это я все ломаю. О, обыскать, серьезно? Нифига себе, что они спрятали тут. Так, надо побыстрее. Верхней стойки не получается. Так, быстро. А вот так нормально. Так, здесь спуск вниз. Ага. А, здесь срез номер... А, тут срез номер 2. Хорош. А, не, ну да, это срез.
как раз отлично. Повысить уровень, конечно же. Так, давай бахнем магии еще, пускай будет. Так, давайте нам магию амеду тогда дзюцу подготовим. Что-нибудь добавим. Так, талисман. Вот, как раз. А, ну у нас уже 34, все. Прям ровненько. Ну, погнали. Тогда где там внизу проходы, фигоды и все прочее, что за бред. Ну ладно, я, в принципе, с ним долго дрался. А он этот кадамчик. Долго дрался, поэтому там много отрежу. Буду сейчас продолжать тогда. Плюс-минус. Посмотрим, сколько там вырежется. Ага. Угу. Ладно, пошли. А, ну да, да, меня бьют, как обычно, всякие грёбаные. Ну ладно, у нас с нами и Кимура, может, попроще будет. Но он, в принципе, продолжает мочить. Ладно, не так страшно. Я думал, тот не вылезет просто, пока поближе не подойдешь. А, он, посмотри, попадла. Ну, вылез, гаденыш. А, тут еще один. Ага. Ну, кто, что, где? Тихо. Вот это вот. Все дело. Ага. Да, его. Ага. Так, типа, а вот это вот сюда. Сейчас мочи. Хорош. Темные силы. Юкимура сражен. Поспеши ему на помощь. Типа, ну я поспешу, но если типа вы успокоитесь. Ладно, окей. Поехали. Кимура, вставай. Смерти придется подождать. Сейчас мы это справимся, Кимура. Сейчас погодим. Вот, все, ему хана. Чел. Ну харе, ты задолбал. О, молодец, Юкимура. Не то, что Масамуны. Я не успокаюсь, пока не верну Мариатоса. Кто что? Где? Кто? Когда? Так, тихо лечимся. Молодец, Юкимура, хорошо. Юзаешь духов, прям вообще замечательно, шикарно прилез, но. А ты кто вообще? А ну иди сюда. Все, отлично. Мой дух веры тебя будут жить вечно. Госпожа Тятя, неужели ты желала именно этого? Неужели ты действительно мечтала превратить этот мир в настоящий ад? Блин, арибузовский черт вонючий. Так, сначала вот этого. Ну ты не в меня стреляй, ну ты... Черт вонючий. Отлично, шикарно, прелестно. Лечимся.
только не меня, пожалуйста. Ну иди твою мать, ну ты серьезно, падла. Вот он последний удар ему нанес Кимура, но эта тварь согрелась на меня. Мне что, теперь всех постоянно мочить всегда или что? Ну пошли, Кимура, будем мочить их. Я надеюсь, будет начинаться с последнего, хотя не уверен вообще. Типа все прелестно, прекрасно, пока он не выбил мне выносливость, падла. А, нет, не с последнего, шикарно. С первого. Ну ладно, хотя бы сейчас лишних нет в начале. Спасибо, Юхимур. Четко прям. Вот туда его. Ну не надо, не надо. Ну ты за мной что ли? Ну только не убивай. Так, на. Ну ты посмотри на него, а. Какой падла. Так, Юкимур, давай-ка мы его это замочим. Так, где у меня это повторение? Давай, на. Попался, ты думаешь? Туда его. Так, это вот туда. Хорошо. Так, я пока это подзалутаю тут, что у нас. О, там кадамчики. За стеной. Так, на. Так, еще на замедление тебя. Юкимура, рано, рано. Да ты, блин, ты дебил, ну что это за атака? Все настолько было прелестно, он бы сейчас сдох, если бы я не начал юзать всякую хрень. Типа просто мне надо было его бить или хотя бы отступить просто немножко. Юкимуру бы его добил. Ой, опять-то с этого смолотчика гребаного начинать. Жесть. Ну вот как он, куда вот он отступил? Что вот он делает? Юкимур, зря. Прям зря отвечаю. Ага, давай-давай, я восстанавливаюсь, да? Ага. Что-то медленно восстанавливаюсь. Прям очень медленно. Юкимур, ну ты прям нормальный херачишь. Я чуть дух не пропукал. Забрал его. Подошел. Получил дырячек. Умри. И не мешайся нам разбираться с этим дружком. А то он меня уже немножко подраздражает. Так, ага. На ему еще, блин, он от этого от брони уклонился, падла. Это
так себе. Туда его. Ну нифига ты, Кимура его замучил прям. Просто, блядь, на фул хп разъебать. Ну ты дебил, что ли? Ну что за атака такая-то? Самое плохое, что ты начинаешь каждый раз с первого, типа, мини-босса, блядь. Жесть. Вот все хорошо шло, пока он не ударил. Все замечательно было. Он просто по площади 2400 жахнул. Что за бред? На. Юфимур, может, бить будешь его? А, спасибо, как ты меня попал? Конечно, загадка останется. На тебе туда его. Ну. Отлично, шикарно, прекрасно. Ой, хорошо. А лиса-то какого хрена на меня? Ну ты идиотина. Что ты делаешь-то? Юкимур, Юкимур, ну на помощь. Спасибо, спасибо, Юкимур. Так, иди туда вот тебя. Ага. А, сейчас в верхнюю стоечку. Ой, хорош. Шикардос прям. Он еще, блядь, не появился. Он уже в меня, блядь, улетел. Что за... Господи, какое говно. Ну что, вот сейчас было нечестно. Вот там реально сейчас была подстава. Я не ждал, что он меня ударит. Типа, в прошлый раз я нормально... Бил демона, и все спокойно пошло. Нет, он, блядь, именно решил в меня полететь. Так, на туда тебе. Давай ему броню собьем. Чтобы хотя бы быстрее сейчас его помочить. Ну, вот куда вот он улетает просто. Это сразу ясно. Так, песик, завязывай со своими приколами. Так, тебе туда. Вот туда тебя сразу. Туда же. Вот так его. Да, и вот тут вот не рыпайся. Тихо-тихо. Блять, теперь меня демон убил. Шикардос. Потому что он отскочил, он отпрыгнул, блять, а я не смог нормально атаковать. Ай, говна. Ну я ненавижу, когда они... Ну почему они отпрыгивают? Зачем они отпрыгивают? Сорян, Юкимур. На рога сел. На рога сел. Все ничего, ну третий, блядь. Мини-босс, это просто жесть какая-то. Хана, чувак, держи. Тихо-тихо-тихо.
Да, никогда ты такой атаки не делал, а решил сделать. Причем она еще такая медленная была. Так, эй, пацаны. Про меня не забываем. Ну, не прям уж так активно, но желательно не забывать. Ага, попал, попал. Ты тварь. Ненавижу лис, блядь. Псин, который прыгает, непонятно как. Она в любом случае до меня добирается, тварь. А, ща, подожди, ик ему зачесался лис. Так, Юкимир, вставай, вставай. Да, сейчас мы его вынесем. Вот следующего бы вынесли, уже был прелестно. Ну ладно, мы залутали так видно всего. Так, постоишь, молодец. Так. Ой-ой-ой, как опасно! Ёбаная репущичек. Все, надоели. Пацаны, надоели. Реально, земля, поехали. Так, туда тебе. Туда его. Так, ага. Так, на, держи. Давай, Юкимур, замочим его. Ой, наконец-то, блин, это сдохло, мразота. Поднимем же голову Ясу в знак победы. Я думал, что вместе мы могли бы убить ее Ясу. Так, тихо, мне надо это перетываться. Еще. Ага, копейщик. Шикардос просто. Ага. Не надо. Так, сейчас все будет. Юкимур, подожди. Сейчас жахну. Жахну. Тихо. Живем. Вроде живем. Ой, сломал его. Хорошо, хорошо. Уже проще. Юкимур, справишься? Ты дебил, блядь! В смысле ты такой? О, ебать, привет, дружище, здорово. На тебе на 3300 просто. И опять все заново. Сколько их там было, блядь, этих его воинов? Это просто жесть. У него было много, типа, таких крутых, и теперь они меня, типа, в демонических обличьях терроризируют. Ну чё за бред? Так, оставляем на каждого. Просто жесть какая-то. Так, ага. Туда его. Давай, Юкимур. Ага. Хорош. Молодец. Может, не меня будешь? Ага, хорошо. А где псина еще одна? Ой, хорош, неплохо. 2200. 2200. Так, только не в меня. Окей, хорошо. Но не надо. Меня не трогайте. Ага. Укатился, думаешь? Ни хрена, дружище. Отлично. Шикарно просто. Так, Юки.
Тимур, займись. Молодец. Ой, хорошо. Парага. Так, где этот черт? А, спасибо, Игорь. Ты что, думаешь, ты это справишься с нами или что? Дружочек, ты рожочек, а? Я просто еще думал, что он последний, а он ни хрена не последний, мразь. Так, хорошо. Следующий. Пошел. Ну, он просто ебанул, блядь, с ружья. Ну, он просто ебанул с ружья. А можно было хотя бы, ну, типа, контрольных точек каждого босса? Ну, блядь, это нереально. Это просто нереально. Ты их пытаешься убить, ты пытаешься жить, он просто берет тебя, стреляет. Ты, ну, я же применяю, жду, пока, блядь, здоровый подойдет ко мне, чтобы его можно было спокойно убить. А, не, нихера, типа, здравствуйте. Ну, зачем ты их так откидываешь, а? Так, пойдет. Ну ладно, у меня уже наполнен этот дух. Якимур, немножко, потише, потише, немножко. Хорошо. Ну не меня только, не надо. Ненавижу, блин, со стенами. Ну ты тварь, да. Умерла, хорошо. Сдай его. Давай, помогу. Давай, иди сюда. Ага, хорош. Прекрасно, прелестно. Так, на Юкимуру согрелся. Ну только не по мне, но иди твою Айкимуру, убери его. Шикарно. Спасибо, Юкимура, спасибо, благодарствую, что просто так использовали один из талисманов. Ага. Прекрасно. Так, вот с ним. Ты потусуйся с ним пока, а я тут кое-что сделаю. На всякий случай. На всякий... Ну куда ты? Спасибо. Бесполезное использование. Ну нет, ну... А, отлично. Да, свидос. Главное, я жив. Я жив, эликсиры, эликсиры, эликсиры. А, один из эликсиров, я думал, один. Куда они сиделись? Ты чё, дебил? Ты почему на меня... Я пытался этот... Какой эликсир? Я вообще эликсир не жал. Так, а у меня же есть еще один спуток подмены, да? На всякий случай. Ага. Так, вот эту фигню. На. Хорошо его уделали. Так, насыпаем и насыпаем. Пипец, у меня ничего не... А, все, отлично.
Жесть какая-то. Ну ладно, там отрезать буду все равно. Поехали дальше. Может, надо закончить сегодня. Так, повысить у... Сколько? 11 миллионов? Типа... Охренеть. Целых 5 уровней. Ну, да. Почему бы нет? А, сколько у меня? 12 этих? А, 5 миллионов амриты дают, нихера себе. Типа, ну мы можем прям максимально вкачаться, да? Так. Что у нас еще из таких больших? Использовать. Так, на вот это, наверное. А этим мы оставим, если что, на зарядку. Типа, пускай будет. Так, повысить уровень. Так, а еще один. Еще один. Давай тогда в магию. Так, усилий духа хранителя. Давай. Пойдет. Это готово. Так, подготовить сюцу. Что я могу подготовить? А, ничего у нас не усилилось, да? А, могу талисман земли бахнуть. Ну, пускай будет. Пускай будет. А эти пускай висят. Для прокачки. Так, ага, сюда. Так, ну и кто же у нас здесь будет? Здесь будет у нас босс на двоих. Не заметил. Поехали. Ну, это последний босс, я так понимаю. Самый главный, типа, со всех. Вообще из всех. Ну, только, пожалуйста, не 2 на 2. Не надо, не хочу. Вот вообще не хочу. Госпожа тетя. Зачем ты сошла с пути человечности? Какая разница? Моя мечта уже практически в моих руках. Твои мечты не должны быть воплощены в таком виде. Кто ты? Я воплощение Рока. Шикос. Девятихвостый лис. Ну, ща будет больно. Все эти земли, обитающие на них самураи, будут сожжены дотла. Время пришло. От этого знака вскоре замок останутся лишь развалины. Да, возможно. Ну иди, твою мать. А можно было не такого здорового босса? Очень страшно, да. Ага, наш босс. Живем. А что я сделал? Так, замедлил. Попал. Ага. Так, ага. Живем. Пока живем. Так. АОЕшные атаки присутствуют, спасибо. И не только АОЕшные, и не только. Так. Ага. Сейчас мы ее отмудохаем. Спасибо, Юкимур. Вовремя. Живем. Так, она замедлилась. Ну нихуя себе, спасибо. Я прям знал, что будет такая атака, да? Ну ты мразь.
Я типа прям должен был догадаться, что у нее будет АОЕшная атака, которая меня потом расхерачит во с фулл ХП. Так, ладно. Ну, естественно, тогда применяем. И это туда же. Так, ну молнию можно, почему нет? Все. Главное жить. Главное как-то жить. Так, где дух, 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 хранитель мой? Хорошо. Больно. Больно. Очень больно. Типа еще больнее. Баба. Ага, хорошо. Так, отлично. Туда. 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 Так, встал, 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 быстро подлечился. Давай, мочи ее. Так, тихо. На. Замедлилась. Отличненько, прекрасненько. Земелька ее рубит. Больно, больно, больно было. Девятихвостая лиса, да, да, да. Так, туда ее. Туда ее насыпал. Так, туда ее. Туда ее. Все было прекрасно до вот этого момента, пока она не бахнула огненными, блядь, фаерболами и всем прочим. Прелестно, прелестно. Да, заряд духа потрачен, спасибо. Ну ж, потрачен талисман, который мне нужен. Так, подмену я все же сделаю. Типа это пригодится прям. Не-не-не, не то нажал. Рано, рано нажал. Теперь мы и умрем. Уже минус 2 просто талисмана. Так, забрал. Хорошо, поехали. Встал, хорошо. Из-за хвостов ни хера не видно вообще. Тихо. Держимся, живем. Так, мы ее хотя бы замедлили. Давай, давай, давай. Так, давай вот эти всякие штучки наши. Туда ее. Но не надо, не надо. Ага. Туда ее. Ага. Фаерболы, блин, гребаные. Ага, больно. Так, замедляем. Так, держимся. И еще на разочек, на всякий случай. Так, подлечимся. Будет. Лишним не будет. Давай, давай, давай. Так, эликсир есть. Хорошо. Ой-ой-ой, какой. Так, еще эликсир есть. Ага. Ай, больно. Так, эликсир. Так, тихо, 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 отдавай. Юкимура, ты мне нужен? Ты мне нужен, Юкимур? Так, а, у меня подмена же действовала. Отлично.
Ой, хорошо. Ой, хорошо. По мордам ей. Ой, молодец, Якимура. Правда, нихера не понятно, нихера не понятно. Все светятся и все прочее. Мастер по усмирению. Йока. Фух, ну ладно, не, вот, хотя бы с ней не так долго было, но пару раз нормально справились. А, теперь мне еще и лесу дали. Прелестно. Прелестно, классно, шикарно. Мой отец Нобунага убил... Моего отца убил Нобунага, а мать Хидэйоси. А, Хидэйоси, точно. И несмотря на это, меня выдали замуж в семью Хидэйоси. А кто выдал-то? Я потеряла своего сына, которому завещала создать мир без войн. И потому я воспользовалась темной магией и воскресила Хидэйоси. После смерти Хидэйоси его вассалы покинули род. Включая Набусига, единственного человека, заботившегося обо мне. Пламя войны отняло у меня все. И мы вместе положим конец этому хаосу. Все поглотит пламя, многие годы пылавшее перед моими глазами. Прелестно. Но не получилось. Не фартануло. Что происходит? Тебе приснился кошмар. Моя госпожа, позвольте мне помочь тебе воплотить мечту о мире без войн. А я думал, сейчас пламя потухнет, а... Дух, ты чё? Ну-ка, пламя. Якимура, ты дурак? Вы, в смысле, решили вместе? Тебе не о чем беспокоиться. Я буду верен тебе до конца. Девятихвостая. Отлично, хороший. Хороший дух, наверное. А, ты чё? Ты не говоришь, что это ещё не всё? Да мне даже подлечиться-то нечем. А, ну это продолжить. Идти вперёд, хорошо. А, главное, что тут завершается. А, ну нам что-то да, там дали всяких этих прибабашечников. Когда закончится эта миссия, уже я уже типа вся устал даже. Потому что правильно столько мочить всяких демонов, блин, непонятных.
А, ну он просто ушел. Опять. Опять спалили замок. Тот разрушили, этот спалили. Моя работа выполнена. Пора уйти со сцены в тень и вновь посвятить себя защите страны. А что будешь делать ты, Уильям? В поисках Амриты в эту страну придут и другие. Возможно, очередной ниндзя из Испании. Пусть приходят. Солнце садится. Пора возвращаться. В 1615 году Сёгунат Эда объявил о начале и о своих планах объединить всю страну. На этом войны в Японии наконец закончились. Конец кровопролитию. Главное, что все закончилось хорошо. Конец сражения. Ну, налутали мы до хрена, я так понимаю. Ух, Чужестранцы продолжают создавать проблемы, и вероятность того, что Япония предпочтет изоляцию от остального мира, растет. Я направился на остров Хирада, что в Нагасаки, дабы вместе с Ханзо тайно охранять мир в этих землях. Доступна новая область Оми, задание «Глаза королевы». Задание сменилось на сумеречное. Стоп, подожди. Оми, «Глаза королевы»? Стоп, мы же были в «Глазах королевы», не? Ну это нет, подожди, Оми. Так мы же тут типа это были. Как какая-то странная хрень произошла, короче, не знаю, вообще пофигу. Типа так, мы были здесь, да, в Лете. Ну, в принципе, все, игра получается пройдена со всеми всякими DLC-шками и прочими. Ну, типа, да, он остался, типа, охранять и все. Это дополнительные задания, я буду просто поигрывать, наверное, мне просто, ну, интересно, что там осталось. Я не думаю, что там прям что-то такое. А, вот меч дракона нам дадут. Всякие такие штучки, прибаучки. Ладно, это все, типа, такое себе, если так подумать. А на сегодня все. С вами был Green Knight. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Увидимся во второй части. В принципе, чего бы нет. Там что-то новое будет. Всем пока.